Кайрат Нуртас серьезно попал. Певец оказался вовлечен в дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала мама и по совместительству продюсер исполнителя Гульзира Айдарбекова. Судя по всему, в основном досталось автомобилю, в котором находился мистер Популярность. У самого Кайрата же пострадали ноги. Правда, обошлось без переломов, и на своем очередном концерте он выступил в прежнем режиме. О происшествии почти сразу прознали поклонники певца. Именно поэтому его продюсер поспешила всех успокоить. К тому же за рулем выданного акиматом авто был не Кайрат, а водитель. С ним, кстати, тоже все в порядке. Мы же желаем одному из самых известных певцов отечественной эстрады здоровья и просим его беречь себя.